День добрый, уважаемые зрители, подписчики канала. Если вчера мы гоняли на ВЗ-120, то сегодня погоняем на ПТ-шечках. Начнем с милого смайлика ЛКВ-65-2. На самом деле ПТ очень слабенькая, со слабым ДПМом. Как я бы сказал, неотёчная. Но с большой скоростью. На этой карте, честно не знаю, можно попробовать на зеленку ломануться. Толку будет чуть-чуть побольше. В всяком случае, если грамотный противник пойдет по зеленке, то он быстро развалит нашу команду. Легкая, прыгучая. В зеленку, кстати говоря, кроме меня практически никто и не пошел. Топ-ствол. Все дела. Кстати, топ-ствол от обычного стокового по ДПМ ничем практически не отличается. Альфа-таж. Рикошет. Как от этого пластикового говна можно было что-то отрикошетить? Тут главное не подсветиться, иначе ангар. Блин, тормоза. Вот и подсветка. А вот и ангар, можно так сказать. Ты мне подсветил-то? Это мелко, что ли? Да, е-мое. Если бы они выезжали бы нормально, цены бы имели. Кстати. Уже есть чудо-холмики, которых оп главное постоянно под цвет уезжающих товарищ будет чудо, не будет проблем. Там удалим. Закинем. Ну, не подсвечивает. Что я могу сказать? Не подсвечивает. Да, блин. Сейчас разберу к черту. Четко по ДПМу, кстати. Да чтоб.
ангар. Ой, света много циферка. Ну ладно. Поедем. Подпмим, так сказать. Чего-чего, ДПМ у тортилки-то не отнять. Артулечка. Крышка у тортилы слабая. Если арта прилетает четко в крышу, у меня был случай. Дамага на 2000 взад прилетела. Говорит, даже не пострелял. Значит, там у кого божественно. Мне вот что-то тут не камелько на подушке. Уже подсвет. Блин, откуда хоть? Т-10 сейчас разберут. А может и нет. Скорее да, чем. Это вот к вопросу по поводу Т-10 отыграть тяжелый СТ. Там, пожалуйста, отобрыш. Отобрыш. Первый же слился. Наши тяжи слили барабанщиком. Похоже, и второго солили. Диагностиком. Не. Очень-очень неправильно сделал, кто сюда поехал. Я там думал, будет подсветка от СТ-шек. А я там не оказалось. Не, все, ангар. Угу. Да. Зеленку никто не подсвечивал. Сэкономили. Ну там победили. Елочные игрушки, собственно говоря, да. Работались. Ну такой чисто ленивый ПТ-шный покатушки. Спать охота. Кофе выпил с утра, не помогает. О, арты нет. Это 95. Замечательно. Сейчас пойдем давить в щели. Я на вторую линию. Скорость позволяет, броня позволяет. Сейчас ворвемся. Как боги.
да и 15 секунд, там много. Не вижу. Блайндом стрелять не очень хочется, если честно. Что-то там сверху накидает. Самый помидор. Мы пойдем чуть левее, чтобы засветить те, кто будет выкатываться от этого. Вот сюда. Я уже засветил. Нормально. Сейчас полетит. Так. Ага. Сейчас надо бахнуть в броню. Скорпикосика сейчас нанесут. С супом на пару. Ну, я не знаю. Броню тайпа хэвика я не пробиваю. Это, конечно, вообще шикардос. Вообще, такой раш, он очень опасен в случае, если вот сбоку кто-то вот там вот стоит. Ёп, 800. Нормуль. Он что, бабашками, что ли, меня стрелял? Извращенец. Так. Зарядились. Вверх прикрывает. Он дофига народу. Свободен. Все. Оп. Мансуем. Мансуем. Так, понятненько. Там вафлепазик. Да, фо хэви повоевал. Так, и миль там еще. Вафля засветилась. Я тут что, блядь, давлю один, что ли? Чё? Сейчас в жопу накидают. Внимание. Помогли бы лучше бы, внимальщики. Как? Тим Макарман меня пробивает. Вот теперь не пробил. Сука, Эмиль-то где? О, надо же, светился. Вообще в упор бил, я его не видел. Чудо машина. Ну все, он оттуда уже не вылезет. А мы его тут сейчас добьем. Ну все, можно на базу.
3,5к урона. Нормально. Похоже, в нижний бронелист пробили. И куда-то еще. Командирские башенки не вижу. Пробить. Ну, когда арты нет вообще. Изи. Изи гейм, изи фарм. Даже скучно, но интересно. Грызается еще. Глянь. А я до базы доехал. Даже 10 очок захвата получил. 2-3-1. Нормально. Ух ты ж. Картос. Да. Терялся. Попробуем еще разочек. Сейчас у нас что? Света не будет, будет опять стояла. Сульку не вижу. С4 съебался. Туманные дали. Прятались черти мухосранские. Блин. Так-так-то. Кок-ток. Ну и чё, где свет, бляха-муха? Одного светлячка вынесли благополучно. Оп. Оп-оп. Промахнулся. Нужи. Давай, вылезай. Залез в забор. И богу, хочется сейчас по центру поехать просто. Пипец какой-то. Света нет от слова вообще. Great shot.
попал на отмашку, можно так сказать. Тут король. Если не дурак, за них не выйдет, иначе в момент вот решето. Ненавижу стоялого здесь. Честно, бесит безумно. Поехать по кромке воды сейчас с горочки на получаю. Что такое? Прям засыпай. Да бейте уже. Эх, чуть-чуть не успел. Ненавижу стоять, когда есть в команде светляки. Бесит безумно. Низкий уровень FPS. А что значит низкий? Вот 35 низкий? 57. Я не знаю. Касочка. Где? Фотография. Девочки. Говорят им бища. Не знаю. Как за свет, так не им бища. Так ангар. Не поминай, как звали. Тонет, так и бог. Ой, я еще и засвечу. Так прекрасен этот мир.
Вау. Промазаль. А мы сосем плавненько. Может и нет. Может и не совсем совсем. Да в том, что это сейчас мразь мне даст на полный урон. Чтобы я картонен. Как бог. Мразота. Ну вот. О чем речь? Полтора ка накидал. Немного. Что-то все еще воюют. Что такое сказать? Бабахающе. Левый не добил. Это пипец какой-то. Сейчас ЛТ не поедут в эти хресп. Даже не знаю. Они, скорее всего, не поедут. Ну, судя по тому, что сказал, сходитесь, поедешь. Тут перед носом поедет, тут сам себе дурак. Ну и где свет? Чтоб я так светил. Куда? Куда? Ну вот и чё он поджался. Это не свет. Сплошное расстройство. Свободен. Свет. Ок, сдох. А с горки сейчас понапихают. Ну это чё?
Так, мы его очистим. А, вот он, вот. Под чат внизу. Скорпион тоже внизу. Вверху у нас может ждать максимум 100 и 34 потапок. Максимум. То я не уверен. 100, наверное, не поедет. Камушек поджался, ему нормально. Неужели никого? Так, все еще. Эти команды мечты, что однажды пора. Реально никого. Ну нет, ты пешник приехал. Так, немножечко нашли. Накидает. А. Козявки-то. Меняем дислокацию. Да ладно. Две малиновки, бляха-муха, две малиновки, ни о чем. Кто-то выиграл даже. Обалдеть, а там на малиновке выиграли. Как? Я не понимаю. Пойдем нагибать.
Жахнем жалобами за неспортивное поведение. Тащить светляку 4 уровня 3 это верх маразма. В итоге обосрали всю команду. Вдвоем получится. Два раза нашмрдякали. Еще хочешь? Нет? Не горишь желанием? Новок. Всасываем. Куда? Ой-ой-ой. Вау-вау-вау. Ну где вы, бля, хамуха? Поможет кто-нибудь или нет, а? Как вот так вот находится рядом, доехать 3 секунды. Никто. Не доехал до него. Ладно, последний бой на скорпике. Нафиг, наверное, сегодня пока. Хватит. Два скорпиона в команде. Конечно, прикольный расклад. Три ПТшки против ПТ и двух СТ. Я не люблю, когда в команде ноль. Я сюда играть пришел. Да твою ж.
Твою ж дважды. Все поднимутся. Уже поднялись. Вирус уже разобрали. Воевали, называется. Быстро, мощно и без проблем, называется. 2-3 уже счет. Посраться. Это все повыходили. Где вот? Сейчас засвечусь. В моем случае это равносильно ангару. Да, команда мечты. Арта на карту не смотрит. Сразу видно. Ну, Скорб, давай. Минусим стволы. Ай, промазал. Конечно, сейчас не угандошат, но... Я успел. Я успел. Музыка на фоне хорошая. Да, ё-моё. Стандартная музыка, мелодии, как это, LG Samsung. Фу, да. Да иди нафиг отсюда. Не успел. Команда мечты! Команда мечты. А, да. О, а там, кстати, победили, между прочим. Чё? С каким счетом? На Малиновке ничья. Все как обычно. Нурмуль! Ну, кстати, накидал. Третий. Из всей команды. Плюс положил на бок. Е25. Нормально. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.